Многие дачники семена уже посадили, но у кого-то есть первые всходы, а у кого-то пустота. Как не ошибиться с выбором семян, грунта или времени высадки и как сохранить свой урожай – главный вопрос. Сейчас у нас сезон посева на рассаду уже томатов, перцы, баклажаны отсеялись, сейчас сеются томаты для теплиц. Сейчас время посева цветочных культур, сейчас время по уходу за рассадой. Что включает в себя уход? Это поливы, подкормки, создание оптимальных температурных условий. Специалисты рекомендуют, за температурой нужно следить особенно тщательно, ведь любой перегрев или переохлаждение скажутся на слабом развитии корневой системы, а впоследствии приведут к плохому урожаю. Различные природные стимуляторы роста и удобрения также помогут вам получить отличный результат. А для борьбы с насекомыми-вредителями позаботьтесь о специальных антисептиках, биопрепаратах для лечения и профилактики растений от заболеваний. Также агрономы и овощеводы рекомендуют дачникам к списку полюбившихся семян не бояться добавлять и новинки. Ведь селекция на месте не стоит, что не сезон, то новое открытие. Огромный выбор семян, как овощных, так и цветочных культур, а также удобрений, грунтов читинским садоводам и дачникам предлагается в сети отделов семена. В прошлом году брала здесь, и в этом году уже я обычно беру рассаду на рассаду цветов. И хорошо всходит. Вот и в этом году уже все взошло. И цены приемлемые, да. Вот сегодня взяла земельки на дачу ехать. В сети отделов семена большой выбор и дачно-садового инвентаря. Кашпо, наборов для рассады и самых разных подставок для ваших цветов. Как для дома, так и для дачи. Настоящий рай для садоводов и дачников в сети отделов семена. Светлана Иус, Валерий Широков, ЗапТВ.